Добрый день, еще один анбоксинг, и сегодня нечто необычное. Это не кубик, это шарик. Шарик в цилиндрической коробочке. Так, заклеен? Нет, он не заклеен. Он легко открывается. Тут какой-то материал ненужный. Цилиндр, к сожалению, треснутый. Ну да ладно, не так страшно. Что же это? Я долго в одном магазине смотрел на подобные шарики. Они там были разных расцветок, двух, трех, четырех цветов. И все, я как-то не хотел его покупать. Они там не особо дешево стоили для такой малофункциональной головоломки. Но потом они взяли и выложили шарик с российским флагом, Special for Russia, и я все-таки купил. Что здесь есть? Здесь есть у нас три цвета. Белый, синий, красный. Российский флаг. Ну, белый дважды. Но... А сам по себе этот шарик, его, конечно, можно катать. И можно играть в гольф, в футбол. Ну, выбивало, наверное, будет больно. Ну, катать можно. Но по сути, это механизм кубика 2 на 2. Да? То есть, вот. Раз свой. И второй слой. Да? А вот эти вот, это дополнительные crazy элементы. То есть, если мы вспомним обычный crazy куб, да, который из обычной трешки делает более сложную его версию. Собирается наверняка примитивно. В принципе, я в этом уверен. Конечно, могу сейчас попробовать перемешать и собрать. Давайте для начала оценим кручение. Крутится туго. Ну, механизм все-таки не самый простой. Крутится туго. Либо он очень затянут. Это мячик. Я так понимаю, к чемпионату по футболу выпущены подобные мячики. Футбол я играть, конечно, не буду. Но достаточно интересная головоломка. По крайней мере, у меня ничего подобного до этого не было. 2 на 2. То есть можно опустить, развернуть, поднять. И вот уже что-то здесь другое. Туговато пока ходит, надо разрабатывать, но вещичка забавная. Так, это я уже намешал. То есть собранное состояние у нас вот такое. Сине-красная полоса и белые кружочки. Я приложу фотографии с другими расцветками. Возможно, вы их уже увидели. Достаточно забавно, хоть и не очень функционально. Неплохой шарик. Шарик Рубика. Ну, крутится, к сожалению, туговато. Ну, ничего страшного. Разработаем, покрутим. Crazy 2 на 2 мяч. Так и будем его называть. Ну, на этом, наверное, все. Буду я катать этот мячик. Всем спасибо, всем пока.